Весна. Попалась? Не ожидала, да? Пучок, таракан. Пучок, пучок, пучок. Таракан. Пучок. Не ожидала? Что я попрыгнула? Надо было с диким криком побольше. Ну вот смотри, она была белая всегда. 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 А у нее внутри, кстати, снег. А раньше летом было кафе? Может быть. Может быть и было. Ну такое оно здание. Ты куда опять пришла? Фигурки. Фигурки. Вот я к фигурке. А потом там он мороз страхнет, вон там, видишь? Будет гололед. Вот все, пошла. Видишь, я... Пошла. Я снимаю. Фигурка, ну, падай, свет. Что ли, хоть. Нет, смотри. Дай. Да. Сейчас бубух. На камеру могла бы уж и провалиться. Видишь? Что ты не провалился-то? А вот я сейчас пойду провалюсь. Тут вон какой-то. Ой, мамочка. Аккуратно. А, слушай, а ты попрыгай там. А ты хорошо прыгаешь, что ж ты? О, выше, проваливаюсь, выше. Проваливаюсь. Ну вот, видишь, хорошо. Проваливаюсь. Подожди меня, Козявка. Ты куда? Смотрите, куда мы пришли. Все, идем с подружкой. О, она уже лезет, видите. То есть подростковая жизнь, это вот она, знаете, жизнь вот такая вот. Она вот такая подростковая. Когда с подружки куда-то лезешь. Особенно, когда тебе 34 года. Ну, что я сказала, мой возраст? Ладно, это не мой возраст. Нет, это не мой. Мне на самом деле меньше, гораздо меньше. 19,5. Да, мне 19,5, а ей это... Ну, 75. Хочется почувствовать себя подростком в душе. Даже и наяву. Даже если тебе 34 года. Ты не только в душе, ты наяву. Залезла на забор. Ты наяву залезла, а не в душе. Это вообще. Можно, знаешь, как путешествовать. А танцевать, знаешь, как можно в душе? Вообще, на шпагат сесть можно в душе. Да. На шпагат сесть можно. И прыгать, и вообще в душе все, что угодно можно. Да. А ты наяву. А я счастливая наяву. И представляешь, я только один раз рядом с тобой позволяю себе быть ребенком. И наяву, и в душе, что? Да? Это всю жизнь такая, да? Нет, разве? Представляешь? Не только все... себе, только с тобой. А все остальное время я вынуждена быть серьезным взрослым человеком. Да? Да? Ой, господи. Ой, Миша, мешает прогулки, мешает. Да, блин, я уже трогала от неожиданности. Вот он, паровозик. Эпичный. Да, ты меня, конечно, удивила. Я думала, ты всегда такая. Я, например, всегда почти такая. Я когда одна выхожу гулять, я по лужам прыгаю. Вот, потом я уголки всякие вот ногами наступаю. И с ребенком тоже. Ой, у меня рука уже устала. Продолжение следует. Да. Закрывай. Ты еще подожди. Мы еще не дошли. Мы еще до паровоза не дошли. Так вот же он. А кто фоткать меня сегодня? А мне для чего две руки-то? Ну, у меня тоже всего лишь две руки. А я думала, у тебя пять, сороконожка. Ну, чё? Подростки. Сейчас давай, будет. Поехали. Лакает, как кошка, как киса. Аккуратно пей, без звуков. Подружки. Букманг. Подружки перекусывают. Пирожками.
Ну, Настя. Слава богу. Все, поехали.